بسم الله الرحمن الرحيم الله الله والحمد لله يا الله سبحان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومؤين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المأسومين ولعنة الضائمة على أعدائه أجمعين إلى قيام يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحن نستطيع أن نتحدث إسلام أسئلة إسلامية Итак, мы на предыдущих уроках говорили о свободе, выборе, о свободе выбора человека. Обладает ли человек свободой выбора или же нет, он вынужден в своих действиях. И в связи с этим мы коснулись двух крайностей. Первой крайностью было то, что человек совершенно абсолютно вынужден, что он не обладает никаких, никакой свободой воли, свободой выбора. И все, что делает человек, все, что им делается, делается вынужденной. И автором всех этих действий и тем, кто ответственен на самом деле за все эти действия, является единый Бог. И мы разобрали также их доводы и доказательства и обнаружили, что все эти доводы и доказательства являются на самом деле или неправильным пониманием тех или иных аятов Священного Корана, поверхностным пониманием аятов Священного Корана, или же эти доводы и доказательства являются недостаточно убедительными, что эти доводы и доказательства не являются завершенными. А потом мы приступили к разбору и разбирательству второй крайности, которая утверждает, что человек совершенно свободен в своих действиях, что Бог бессилен перед действиями человека. Эти люди, сторонники этой точки зрения, коими являются мотазилиты, они утверждают, что Бог бессилен перед человеком. И мы в связи с этим привели одно доказательство. Один довод, который они обычно используют для того, чтобы доказать эту свою точку зрения. Данное доказательство, данный довод утверждает, что Бог справедлив. То есть это доказательство исходит из той истины, принятой истины, что Бог справедлив. А вынудить человека совершить то или иное преступление, так как мы видим, что человек совершает грехи, человек совершает преступления, человек совершает богопротивные поступки. Если бы, они утверждают, если бы Бог мог, если бы Бог мог вмешаться в дела человека и заставить его совершить преступление, то он должен был бы потом наказать его за это преступление, потому что за преступление человека Бог обещал, за преступление, совершенные человеком, Бог обещал наказать. За грехи, совершенные человеком, Бог обещал наказать. Но это они утверждают невозможно. Почему? Потому что Бог справедлив, а это несправедливо вынуждать человека совершать что-либо, а потом за это же его наказывать. Таким образом, невозможно, утверждают они, чтобы Бог вмешивался в дела человека, чтобы Бог вынуждал человека, каким-либо действием это невозможно. То есть центральным понятием в этом доказательстве является справедливость Бога. Но дело в том, что когда мы говорим невозможно, мы должны понять, что под этим словом мы можем подразумевать совершенно разные вещи. В одном случае, когда мы говорим невозможно, мы говорим о том, что это Вовсе, абсолютно, совершенно невозможно, кто бы не был автором этого деяния, автором этого поступка. Например, невозможно, чтобы при сложении двух двоек получилось пять. Давайте подумаем, может ли сделать из двух двоек пять, например, какой-нибудь человек, например, Сергей. Может ли Сергей получить из двух двоек 5? Мы говорим нет, если у него только две двойки, то 5 при сложении этих двух двоек он никогда получить не сможет. Это просто-напросто невозможно. А если мы вместо Сергея вообразим себе кого-нибудь другого, более могущественного, например, президента самой могущественной страны. Может ли он это сделать? Нет. Может ли кто-нибудь другой это сделать? Например, может ли это сделать пророк? Пророк, который творит чудеса. Нет. Если условие сохранится, что у нас всего лишь две двойки, нет. Пять из этих двух двоек никогда, ни при каких обстоятельствах, ни в, как, ни в коем случае не может получиться. Каким бы могущественным автор этого деяния не был. Таким образом, в одном случае мы говорим невозможно, и мы говорим о том, что само деяние невозможно. Мы не говорим о недостатке какого-либо э, действующего, какого-либо какого автора действия. Нет, мы говорим, что само по себе это деяние невозможно. Это один случай. В другом случае мы говорим, это невозможно. Например, очень часто мы говорим, что невозможно прыгнуть выше головы. Что мы здесь подразумеваем? Мы говорим о том, что в таких случаях мы говорим о том, что автор действия имеет недостатки, что у человека недостаточно сил для этого. Например, невозможно руками погнуть титан. Например, на самом ли деле это невозможно. На самом деле невозможно погнуть титан. Конечно же, возможно. Но в данном случае мы говорим о том, что есть недостаток сил именно у человека. Человек руками этого не может сделать. Таким образом, в другом случае мы говорим невозможно, но само действие возможно. И есть недостаток в том, кто должен это сделать. Например, человек, как в данном примере. Это второй случай, вторая вещь, которую мы называем невозможным, невозможной вещью. И третий случай ⁇ это когда нет недостатка ни в том, и ни в другом. То есть нет никакого недостатка в действии. То есть проблема не заключена в самом действии. Проблема не заключена в авторе этого действия. А проблема заключена в отсутствии у автора желания в отсутствии у автора мотива. Например, мы говорим, что такой-то, такой-то человек, который является нашим соседом, например, нашим соседом является Сергей. Сергей очень прилежный, добрый, хороший человек. Хорошо учится, общается только с хорошими людьми. Ничего плохого, ничего предосудительного никогда в своей жизни не делал. Является очень добрым, прилежным человеком И если вдруг за нашим соседом сергеем не дай бог придут правоохранительные органы обвиняя его в очень страшном преступлении то мы скажем что это невозможно чтобы именно он это сделал почему мы в данном случае говорим невозможно почему потому что, Сергей имеет недостатки, что он не может это сделать. То есть он, у него недостаточно сил или ума? Нет, ни в коем случае мы это не подразумеваем. А может мы подразумеваем, что само действие, само по себе это действие невозможно? Почему мы в данном случае используем слово «невозможно», чтобы он это сделал? Нет, само действие также возможно, потому что оно произошло в конце концов. Мы имеем в виду в данном случае, в третьем случае, имеем в виду, что у Сергея нет мотива, у него нет желания, у него нет наклонности к таким вещам. У него нет желания, он не хочет совершать преступление, у него нет наклонности к этому. Таким образом, мы видим, что слово ⁇ невозможно ⁇ используется в трех разных значениях, может использоваться в трех совершенно разных значениях. В одном случае само действие само по себе. Мы не обращаем внимания на автодействие, мы не обращаем на мотивы и так далее, на что-либо еще. Мы обращаем внимание исключительно, концентрируем внимание исключительно на самом действии. Говорим, это невозможно. Невозможно, чтобы при сложении двух двоек получилось пять. В другом случае мы не обращаем внимания на само действие, мы обращаем внимание на автора Мы говорим, что у него имеется недостаток. Мы говорим, что в нем есть недостаток, у него недостаточно сил совершить это действие. А так, если вместо него придет кто-либо другой, сможет совершить это действие. Это второй случай. Третий случай, это когда нет никакого недостатка в самом действии. Действие возможно. Можно совершить это действие. И нет недостатка в авторе действия, и он может совершить это действие. У него достаточно сил, возможностей для того, чтобы совершить это действие. Но мы говорим невозможно, потому что не обнаруживаем никаких мотивов у Бога. Не, прошу прощения, не обнаруживаем никаких мотивов у автора действия. Мы говорим, что у него нет никаких мотивов, у него нет желания. Наоборот, у него есть нежелание совершать это действие. И до тех пор, пока у него есть нежелание совершать это действие, само это действие никогда не произойдет. И поэтому мы используем слово невозможно. Итак, давайте обратимся к доводу и доказательству мутазлитов. Вот, о каком невозможном они в данном случае говорят? Если мы, обрати, если мы будем внимательны, то мы увидим, что в самом доказательстве они говорят о третьем невозможном. А вывод в результате, говорят, то есть в выводе этого доказательства, в конечном итоге этого доказательства, они говорят о совершенно... В другом виде невозможного, то есть о первом виде невозможного, когда само действие невозможно. Само действие, чтобы Бог вынудил человека совершить какое-нибудь действие, что это само действие само по себе невозможно. Хотя само доказательство основано, то есть то, что они говорят «Бог справедлив», это указывает на то, что само доказательство основано на третьем значения невозможного, то есть другими словами, проще говоря, дорогие братья и сестры, вот говорят, что Бог справедлив, у него нет никакого мотива, никакого желания вынуждать человека совершить какое-либо действие, а потом наказывать за это. Да, мы с этим совершенно согласны, у него нет никакого мотива, но это не значит, что он не может, что не может сделать этого он никогда этого не сделает. Он не вмешается, не заставит человека совершить преступление и потом не накажет его. Никогда этого не произойдет. Но не потому, что он не может, а потому, что не хочет. Это совершенно другое значение невозможного. И поэтому из этого довода, из этой аргументации нельзя сделать вывод, что Бог бессилен перед деяниями человека. Потому что когда мы говорим «бессилен», что это невозможно, чтобы Бог вмешался в дела человека, мы здесь подразумеваем совершенно другое. То есть, когда речь идет о свободе выбора, здесь идет совершенно о другом значении невозможного. Нет, Бог способен, Бог обладает достаточным могуществом, чтобы заставить человека совершить или не совершить то или иное деяние. В конце концов, Бог является творцом и создателем человека. Поэтому в данном доказательстве, в данной аргументации произошла софистика. Софистика, то есть так как э, одно слово имеет несколько значений, мы в самом доводе используем одно значение, а в выводе совершенно другое значение, таким образом запутываем. Запутываемся сами и запутываем других. Таким образом мы видим, что э, доказательства и доводы другой крайности в данном вопросе, а именно точки зрения о том, что человек совершенно свободен в своем выборе, что он является самостоятельным, совершенно, абсолютно самостоятельным, независимым от Бога, мы видим, что данная точка зрения также является ложной, и аргументы неубедительными, и недостаточными, и незавершенными. На этом я заканчиваю. Вассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракету. اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد